зовут Любовь Ефремова. Я живу в городе Минске, это Беларусь. Это необыкновенная страна, которую я очень люблю. Я люблю свою семью, я люблю путешествовать. И было так в моей жизни. Я вообще биолог по специальности, занималась наукой профессионально. Обычно, знаете, денег было всегда не хватало на путешествия, все это не так просто было. И когда я узнала, что существует такого мирового масштаба Club Incruises, где можно путешествовать по невысоким ценам, и самое интересное, когда я узнала более подробно, я поняла, что можно, рассказывая людям о том, что есть прекрасные путешествия, и говорить им, что это круто, и побывав в самих путешествиях, рассказать об этом, и ты можешь, пригласив к себе своих друзей на встречу, рассказать им о том, что можно путешествовать по хорошей цене и увидеть весь мир, который создан Богом, да, и ты можешь уже путешествовать безоплатно. Я вам и скажу, что у меня пригласила сразу к себе на встречу попить чай, кофе своих близких подруг. Они пришли со мной путешествовать, и за то, что я им рассказала о такой возможности, я 3 года уже нахожусь в этой индустрии круизных путешествий. За 3 года я была в 6 путешествиях, я увидела несколько континентов, это самое главное. И самое важное, что со мной путешествует моя семья. И за то, что я рассказала своим друзьям о такой возможности, мне клуб начислил 7200 круизных долларов. Мои путешествия были безоплатные, только за то, что я дарю людям информацию, только за то, что я дарю такую прелесть жизни, когда ты можешь посетить любой континент мира и в любое время, когда тебе хочется. Это невероятно. Это возможность дана Богом. И поэтому я благодарна себе, что я это взяла и я стала путешествовать. И мне, я счастлива, что очень многие люди с Белоруссии, с многих-многих стран мира подключились в эту программу. И путешествие тоже безоплатно. Такого нигде не было. Мне не в институте, в котором я училась, работала, много работала, никто не дарил путешествия. А именно в Club Incruises я получаю эти путешествия безоплатно. Всем спасибо, до встречи. Меня зовут Лилия, я в прошлом преподаватель ГГУ и ведущий менеджер компании «Цептор». Имею 2 высших образования – юридическое и экономическое. Но всю свою жизнь у меня была страсть к путешествиям. Я хотела исследовать каждый уголок нашей огромной планеты. Конечно же, я тратила на это огромные деньги, потому что я свою страсть выполняла в действии, приводила. И Incruises – это воплощение моей мечты в реальности. В клуб я пришла 2 года назад, и в течение месяца я вышла на безоплатное членство. Я пригласила 7 человек, меня поддержали мои клиенты из предыдущей компании, мои соседи, мои знакомые. Компания мне подарила сертификат уже через месяц на сумму 2400 долларов. В свой первый круиз я отправилась через 7 месяцев. Это было потрясающее путешествие, незабываемое. На сегодняшний день у меня в кабинете около 4000 долларов, которые мне подарила компания для моих следующих путешествий. И еще компания мне дала возможность сделать для моей дочери бесконечный такой медовый месяц, бесконечное свадебное путешествие. Год назад моя дочь выходила замуж, я подарила ей членство в клубе, и в течение месяца я пригласила ей 8 человек, и она у меня также находится на безоплатном членстве. На сегодняшний день у моей дочери около 3000 долларов, которые она потратит на свои будущие путешествия. Меня зовут Банюк Елена, я проживаю в городе Могилеве, это Беларусь. Рада всех вас приветствовать и хочу поделиться сегодня радостью и возможностью того, что я сейчас участник и турист клуба Incruises. Мое вот такое приглашение сегодня получилось, что я пришла сюда 18 месяцев назад. Вот я сейчас просто посчитала. И сразу я не разобралась. Почему? Потому что я парикмахер, обычный человек, модельер, всегда украшала мир, всегда была
была для людей таким толчком, помогала им быть красивой, участвовала во многих проектах. И что меня здесь удивило? Я увидела только и услышала, что мне нужно просто рассказать об этом 5 человекам. Я поделилась этой информацией. Ко мне люди мои пришли просто, легко, и уже через 2 месяца я пошла на безоплатное чресло. Поэтому, когда я сюда пришла уже сейчас с друзьями, со своими родственниками и знакомыми, получилось так, что я в клубе на сегодняшний день уже воспользовалась тем, что я была в бесплатном круизе. Это было великолепно. Средиземноморье, прекрасные 3 страны, Франция, Италия, Испания. И я была там не одна, я была уже со своей командой, которая, действительно, услышав об этой возможности, я с ними поделилась, и они со мной потом начали вот такое же путешествовать. На сегодняшний день у меня на моем счету 2500 круизных долларов. И еще... Плюс к этому мы уже зарегистрировали с мужем, с семьей еще круиз в ноябре месяце этого. Я очень надеюсь, что он состоится и будет. И вы знаете, что самое главное? Это то, что вы обязательно это сможете. Если смогла это я, белорусская пенсионерка, то у вас это тоже обязательно получится. Меня зовут Татьяна Ковальчук, Минск, Беларусь. По профессии я экономист, но в декретном отпуске я освоила профессию детского фотографа. Скажу честно, что до клуба путешествий в моей жизни было совсем немного, но оставалась мечта увидеть весь мир и показать, конечно же, его детям. Что меня привлекло? Мне безумно понравилась идея за 5-7 лет увидеть весь мир и, конечно же, возможность путешествовать за счет компании за, так скажем, небольшие проделанные действия, поделиться такой информацией с 5 людьми, которые точно так же любят путешествовать. Хочу сказать, что уже через 3 месяца я вышла на безоплатное членство. Это был не близкий круг, это были люди из интернета и директор турагентства, через которую я когда-то покупала тур. На сегодняшний день я уже была в 3 круизах. Еще один круиз забронирован у меня на ноябрь месяц, и 3000 круизных долларов на счету ждут, когда же я отправлюсь и забронирую свое новое путешествие. Хочу сказать честно, что я безумно благодарна, что я когда-то не прошла мимо этой возможности, несмотря на то, что было очень много скептически настроенных людей вокруг меня. Меня зовут Елена Белкова. Я проживаю в данный момент в Испании. По профессии я, в общем-то, бизнесмен. Я всю жизнь занимаюсь бизнесом, мастер маникюра. И в Испании я также занималась, открывала свой салон красоты. Но путешествия всегда влекли. И в мою жизнь пришел клуб «Инкрузес». Я рассмотрела эту возможность сразу, потому что, будучи в России, я помогала своей дочери в бизнесе туристическом и уже полмира объездила благодаря этому. Мечта путешествовать не оставляла меня. И я продолжила, конечно же, бизнес в туризме. Я рассказала об этой возможности ближайшему своему окружению, моим клиентам, моим друзьям. И вы знаете, это первый раз в жизни, когда мне кто-то платит отпускные. Я никогда в жизни не получала отпускных. Чтобы путешествовать по миру, я всегда очень много работала и оплачивала свой отдых сама. И вот эти невероятные ощущения, когда ты за единожды проделанную работу, даже работой это сложно назвать, просто рассказал людям о возможностях, они к тебе присоединились, и теперь клуб ежегодно оплачивает все мои отпуска на сумму 2004 доллара. Ребята, это круто. В общем, не бойтесь мечтать, все мечты точно сбываются. Просто с нами, с нашим клубом, они сбываются быстрее. Я Оксана Суворова, я живу в Беларуси. Я по профессии хоровик-дирижер. Но, как многие люди, не имея достаточно средств в этой профессии, я стала заниматься предпринимательством. И мы с мужем всю жизнь, ну не всю жизнь, а очень много путешествовали по миру, по разным странам мира. Это нас очень сильно вдохновляло, давало нам много сил, энергии. И, конечно же, по приезду домой мы всегда
делились впечатлениями, рассказывали об этом всем своим знакомым, как здорово путешествовать по миру и сколько можно ярких моментов увидеть. Но нам никто никогда за это не платил денег. Никогда. И, конечно же, когда я узнала о клубе «Инкрузес», который позволяет вот многим людям путешествовать, пригласив всего лишь 5 человек с собой в путешествие, можно сказать, да, за это тебе будут платить $2400 в год на путешествие, я в это не поверила. Я сказала, что такого быть не может, это какой-то коммунизм. Но на самом деле, конечно же, прежде чем отказываться, я захотела разобраться в этой теме. И когда я поняла, что это действительно возможно, я, конечно же, приняла твердое решение принять это предложение. И сегодня в моей семье уже состоялось 3 круиза совершенно бесплатно, потому что через 5 месяцев я закрыла таки безоплатное членство. То есть каждый месяц я приглашала по одному человеку в свой клуб любимый. И это были... Первое, это была моя подруга. Она так же, как и я, любит путешествовать. А остальные люди, это были совершенно незнакомые. На сегодняшний день... У меня на счету около $3000, и это не считая тех сэкономленных средств, которые мы уже потратили, вернее, нам сэкономили в путешествии на круизе. Это около $4000, представляете? С вами из Минска Инна Янковская. Я путешественница, и последние 7 лет я делаю это самостоятельно. Используя свои профессиональные навыки, я все это переложила на индустрию путешествий. Будучи технологом, экономистом, я выстраивала канву путешествий. Как астролог и эзотерик, я точно знала, куда я еду. А даже если не знала, я это исследовала. Но все это я делала за свои деньги. И вы знаете, порой не хватало денег на какие-то, казалось бы, женские шалости, глупости, возможно, роскошь. Но 3 года назад все изменилось, потому что на день рождения я получила в подарок членство в круизном клубе «Инкрузес». И тут все началось. Через 7 месяцев я отправилась в первое круизное путешествие, и я туда ехала все проверить, потому что не верила, не доверяла, я проверяла. Проверила, мин нет. И по возвращению в клуб ко мне пришли мои друзья, мои знакомые, но не родственники. С тех пор я уже 2 раза еще раз была в круизном путешествии. С моей сестрой на Канарские острова мы там отметили свои дни рождения. По Северному морю с моими... друзьями из Израиля, они тоже члены клуба. И за все это заплатил круизный клуб $3000. На сегодня у меня на счете $4500. Я планирую свое следующее круизное путешествие. Я уважаю и поддерживаю клуб, потому что отчасти он делает мое счастье. Я подарила на день рождения своему сыну круиз. Я подарила свадебное путешествие своей дочери. Я знаю, что у нас здесь очень большая и крутая перспектива. Меня зовут Ирина Мирская, я тоже из Беларуси, город Минск. По специальности я химик-гальваник. И по этой страшной специальности я отработала 4 года сразу после института. И еще тогда я поняла четко, что наемный труд – это не мое. И тогда меня жизнь развернула в сторону предпринимательства. 25 лет в торговле, потом были различные сетевые проекты, в основном БАДовые. И мне очень не нравилось в БАДовых проектах то, что приходилось искать больных людей и жить в их кишечнике. И, конечно же, путешествия были, но путешествия были за свой счет. А если хотели получить круизы в подарок от компании, то нужно было сделать невероятный товарооборот в этой компании, чтобы получить круиз в подарок. Это только для тебя одной. Если хочешь пригласить с собой супруга, доплачивай по полной. То есть, ну, короче, были такие вот нюансы. Когда в моей жизни появился круизный клуб, это был так... Это был взрыв. Я очень люблю путешествовать и очень люблю отдыхать. Меня супруг называет «Мисс Отдыхайка». И, конечно же, поскольку мне не 16, вот, то я люблю отдыхать с комфортом и с уютом. И, конечно же, круизный отдых отвечал всем этим требованиям. Когда я еще узнала, что всего лишь за 5 рекомендаций ты получаешь круиз в подарок для всей семьи, не только для тебя одной, а для всей семьи, тогда закипела работа. Первым партнером, который услышал мою рекомендацию, это был мой парикмахер. Пока я 3 часа у нее сидела в кресле, стриглась и красилась, я, конечно, ей жужжала про этот прекрасный вид отдыха. И она стала моим партнером. Вторым партнером это был мой мастер по маникюру. Пока я 3 часа у нее сидела, ручки я положила на стол, и она их обрабатывала.
Я, конечно же, ей рассказывала об этом. Она стала моим партнером. Третий человек – это был мой косметолог. Четвертый человек – это был мой тренер по фитнесу. Пятым партнером стала просто моя подруга. И шестым, конечно же, я подписала мужа партнером. И мы уже с ним вместе в следующий месяц сделали безоплатное членство. Мы были с ним в круизах уже в четырех круизах. Если бы не пандемия, было бы еще и пятый, и шестой. И я тогда уже поняла, что вопрос с моим отдыхом и путешествием решен надолго и, наверное, даже навсегда. У меня еще очень большие хотелки. Я хочу на Мальдивы, я хочу на Сейшелы, я хочу на остров Маврики, который находится под Мадагаскаром, я хочу норвежские фьорды, Аляска и так далее. То есть мои хотелки выросли настолько, что я даже сама этого не ожидала. И вот я вчера еще села, посчитала, и мы в клубе 2,5 года, за 2,5 года мы сэкономили, а значит, заработали на свои путешествия $12 000. И это всего лишь за 10 рекомендаций на двоих. Меня зовут Наталья Кравцова, я из города Минска. 17 лет я проработала в экономической сфере. Я начинала с налоговой инспекции, потом перешла в бухгалтерию и в аудит. 2 года назад моя сестра пригласила меня в круизное путешествие. Мы с сыном очень любим путешествовать, но чаще 1 раз в год у нас никогда не получалось по финансовым причинам. Поэтому мне не очень давало возможность путешествовать бесплатно. Для этого нужно пригласить 5 человек, которым также нравится эта возможность. Где я формировала свою команду? Ну, моя история — это интернет, это работа в социальных сетях. И благодаря этой работе я нашла 6 любительниц путешествовать, которым очень понравилось мое предложение. Таким образом, за 3 месяца я вышла на статус безоплатного членства, и компания на данный момент уже в течение 15 месяцев начисляет на мой счет деньги на круизные путешествия. За год мы с сыном побыли уже в 2 круизах, и у меня на счету $4 300 на путешествия. Что я хочу вам сказать о круизах? Ребят, это фантастический отдых. Эмоции от лайнеров, от закатов и рассветов моря, их передать практически невозможно. А возможность увидеть весь мир с борта лайнера и бесплатно, она бесценна. Я вам очень рекомендую дать себе шанс попробовать этот вид отдыха и исследовать весь мир на плавучих отелях. Меня зовут Анастасия, я из города Гродно. В клубе я уже год состою, и по специальности я экономист. Сейчас мама в декрете, работала в разных сферах. Мне всегда нравилось общение с людьми, то есть это были и продажи, это были и сетевые проекты. Вот, когда я узнала о компании, что можно путешествовать за счет самой компании, мне, конечно, это покорило. Мне рассказала об этом сестра, как раз-таки она предложила, поехали со мной в круиз. Когда я узнала эту сумму, сколько будет, первый вопрос, сколько это стоит, конечно, я сказала сразу «да». У меня было 2 ребят, которые еще только в школу и в садик ходили, но я знала, что я уже еду в круиз, неважно как, потому что цена это была $150, это было просто... Просто очень-очень низкие цены, и меня это, естественно, покорило. Что хочу сказать, безоплатку я свою закрыла, безоплатное членство, за месяц. То есть это было до такой степени меня воодушевляло, потому что я всю жизнь мечтала о путешествиях, и, конечно, когда я узнала, что возможности все в наших руках, люди легко и пришли на эту же энергию. Были люди, одна из... моих, скажем, клиенток — это учительница биологии, моя родная учительница, которая учила меня, и она пришла сюда именно для того, чтобы съездить с мужем по 35-летию годовщины свадьбы. То есть вот это ее мечта. Вторая женщина — это врач-офтальмолог, которая мечтала с детства побывать на круизах. Также это были знакомые из других проектов, которые меня поддержали. И моя знакомая. Вот, я очень рада, что есть такая возможность, что можно путешествовать. Сейчас у меня уже 3000 круизных долларов, и я понимаю, что я весной съезжу еще с семьей и могу забронировать на 4 круиз. Шикарное путешествие. Зовут меня Людмила Кунзикова. Я из Минска. 25 лет, я предприниматель. Когда узнала о круизном клубе и о том, что здесь можно путешествовать за счет компании, ну, конечно же, я не поверила, так как за мою долгую предпринимательскую деятельность
никто бесплатно мне ничего не давал. Все приходилось зарабатывать. Я решила во всем разобраться. После досконального изучения темы я поняла, что это просто уникальная возможность. Я рассказала о ней моим знакомым, друзьям. И через 2 месяца я стала безоплатным членом клуба. И теперь, с июля 2019 года, я свои счета не пополняю. Клуб ежемесячно мне начисляет по 200 круизных долларов на мой отдых. На прошлой неделе я забронировала круиз на семью на 4 по Европе на июнь 2021 года. И он мне обошелся полностью за счет компании. Это шикарно, это прекрасно. Я советую всем разобраться, разложить все по полочкам и не пропустить эту возможность мимо себя. Я желаю всем успехов и ярких, позитивных эмоций в ваших путешествиях за счет компании. Меня зовут Елена Олешкевич, живу в Минске. Я журналист, а последние годы занимаюсь продажей недвижимости. Впервые о клубе я услышала 3,5 года назад, и тогда меня очень впечатлила идея безоплатного членства. Я поняла, что даже люди со средним достатком, выполнив определенные условия, смогут посмотреть весь мир. Мне очень понравилась эта идея, мой муж меня поддержал, и мы с большим воодушевлением стали рассказывать об этой возможности друзьям и близким. Но, к сожалению, 3,5 года назад о клубе было мало что известно, и близкие нам сказали: «Вот вы съездите, а мы посмотрим». Мы не опустили руки, мы стали рассказывать об этой невероятной возможности малознакомым и незнакомым людям. И в течение 4 месяцев нашлись люди, которые разделили эту ценность вместе с нами. Мы нашли 4 человека, ну а 5-м человеком для того, чтобы я могла получить безоплатное членство, в клуб вошел мой муж. Мы решили, что инвестировать те же 100 долларов в наше путешествие мы увеличим в 2x свою покупательскую способность. Самый первый круиз мы отправились с огромной скидкой благодаря программе клуба. Мы заплатили за свою каюту с балконом в 4 раза меньше, чем люди, которые покупали круиз через туристическое агентство. А уже во второй круиз мы взяли детей. Это был круиз на Карнары. И мы отправились с него бесплатно. За моей спиной вы видите фотографию моей младшей дочери с бала принцесс. Знаете, для меня очень важно то, что люди после того, как возвращаются из своих первых круизов, даже спустя несколько месяцев звонят и благодарят за то, что когда-то я рассказала им об этой возможности, что их жизнь изменилась на 180 градусов. Меня зовут Светлана Лебедь. Я живу в Беларуси, в городе Гродно. Очень много лет я занимаюсь профессиональной фотосъемкой. У меня была своя студия. И, конечно, я любитель путешествий, большой любитель путешествий. В первую очередь, клуб «Инкрузес» меня впечатлил вот этой бесконечной возможностью на белоснежных лайнерах путешествовать по всему миру по самым низким ценам и даже бесплатно. Честно говоря, я о клубе «Инкрузес» узнала посредством рекламы в Инстаграм. На безоплатное членство я вышла спустя 2,5 месяца, просто пригласив 5 человек, таких же любителей, как и я, путешествий. Да, я их позвала открывать вместе со мной этот прекрасный мир. И согласитесь, все мы любим путешествия, особенно такие потрясающие. И я хочу сказать большое спасибо Вселенной за эту возможность познакомиться с клубом «Инкрузес», не пройти мимо, а за возможность познакомиться с большим количеством просто потрясающих людей. Но на самом деле изменилась кардинально моя жизнь, также на 180 градусов, и просто разукрасилась в другие яркие краски. И я уверена, что дальше будет больше. Я всем желаю того же. Здравствуйте, я Черник Любовь Петровна, тренер по спортивному ориентированию и многодетная мама. Я живу в Белоруссии, город Минск. Несколько лет назад мое знакомство с круизным клубом началось со случайной встречи. Незнакомая женщина пригласила меня путешествовать на круизных лайнерах. Когда Оксана рассказала мне о возможности бесплатно путешествовать, я заинтересовалась. Для этого надо было пригласить 5 человек. Я пригласила свою подругу из Литвы, пригласила знакомого из танцевального сообщества и, конечно, моих 3 дочерей. Сейчас мы путешествуем вместе.
Я была в двух бесплатных круизах. Один круиз бесплатный я подарила своей дочери на день рождения. У меня сейчас на счету 4000 долларов, которые я смогу использовать в дальнейшем на бронирование своего круиза. Я с удовольствием делюсь информацией и приглашаю в наш клуб. Приглашаю вас воспользоваться уникальной возможностью прекрасных путешествий по всему миру. Здравствуйте, Светлана Малиновская, Беларусь. Я имею очень богатую биографию рабочую. По первому образованию технолог хлебопекарного производства, более 15 лет работала главным технологом хлебозавода в Белоруссии. Следующие 20 лет я управляла своим бизнесом. И, конечно, я привыкла путешествовать достаточно дорого, и уже во многих странах мира побывав на сегодняшний день, экономика внесла свои коррективы, и я обратила внимание на клуб Incruises. Разобравшись в системе безоплатного членства, я поняла, что для того, чтобы мне и далее путешествовать по миру, мне нужно пригласить 5 человек в клуб. На этот клуб обратили внимание мои очень близкие люди. Первой ко мне пришла мой друг, многолетний, это мой массажист. Следующим пришел банкир, который обслуживал меня в моем классическом бизнесе. Затем присоединился сын моих друзей, талантливый наследник семейного бизнеса. Следом посмотрела из соседнего офиса бухгалтер главный, чем я занимаюсь, и также присоединилась ко мне. И пятым человеком, который пришел ко мне в первую пятерку, это была моя дочь. Она и есть. Сегодня мы накопили уже на шикарный отдых вдвоем. И в качестве подарка на ее 35-летие мы едем в мае следующего года от клуба Incruises в шикарный круиз. Вот так получилось, что я свою статью расходов превратила в статью доходов. Самое интересное в том, что когда вы выполнили это один раз, уже можно рассказать своим друзьям, как вы это сделали. И у меня сегодня из тех, кто пришел ко мне в первой пятерке, 4 человека тоже на безоплатном членстве. Я желаю всем прекрасных путешествий от клуба Incruises. И еще раз говорю, сделайте, пожалуйста, свою статью расходов, свою статью доходов. Прекрасных вам круизов! Меня зовут Светлана Смоглюк, я интернет-предприниматель на сегодняшний день. Проживаю я в Москве. 2 года тому назад я пришла в клуб по приглашению одной моей знакомой. Я не поверила в такую возможность изначально, но решила попробовать, потому что очень люблю путешествовать. И узнав, что здесь дать всего лишь 5 рекомендаций, меня это сразу вот сказала, да, это мое, потому что я любитель разного рода реферальных ссылок, хочу сказать честно, у меня и на букинге, на Airbnb и тому подобное, да, и когда я увидела, что есть возможность путешествовать бесплатно, когда клуб будет начислять тебе 200 долларов на твой круизный счет, и у тебя будет бесплатное путешествие, я сразу сказала, это мое. Бесплатное членство я пришла буквально за 6-7 месяцев, пришли со мной сразу люди, которые были со мной в традиционном бизнесе, потому что мне 8 лет ведения традиционного бизнеса и консалтинговой компании. Остальных я просто поняла, что мне нужно развиваться в интернет, нужно приглашать их через соцсети. Я освоила такую интересную профессию, как SMM-маркетолог, и стала делать рекламу в Instagram, Facebook. Быстро закрыла безоплатное членство. Побывала уже в 2 круизах. Первый круиз у меня был с семьей и с ребенком. Муж мой сразу вообще не поверил в систему и в клуб, сказал, что это не то, это пирамида. Я с ним поспорила и сказала, если через полгода я тебя повезу в круиз, ты мне покупаешь шубу. Девочки, как мальчики, как вы думаете? Я выиграла, конечно же, спор. На сегодняшний день я уже была в 2 круизах. Последний наш был командный, корпоративный, когда приходят молодые партнеры. Мы поплыли в круиз все вместе, было очень весело. Сейчас у меня на счету 4000 долларов. Мне очень хочется отправиться еще в следующие мои круизы. Надеюсь, что это в скором времени произойдет. Представляете, какое счастье, если уже больше года, мне клуб начисляет 200 долларов на мой круизный счет, я ничего не плачу. На сегодняшний день за счет клуба и бесплатного членства я сэкономила порядка 6000 долларов. Меня зовут Наталья Русанова, я из города Витебска, Беларусь. Я по профессии бухгалтер. У меня очень была мечта такая большая, обязательно быть на больших белоснежных лайнерах. Но, конечно, мечта такая грандиозная, я думала, что это нереально, чтобы она исполнилась. К радости все сбывается. Меня пригласила моя старая, вернее, очень хорошая знакомая, мы с ней давно знакомы. Конечно, я
приняла решение однозначно. Но очень обрадовалась, когда она еще сделала акцент на то, что можно еще бесплатно путешествовать. Ну, я же бухгалтер, я все это просчитала. Естественно, я это приняла решение и начала приглашать своих друзей и знакомых. Вы знаете, кто ко мне пришел? Пришли те люди, с которыми мы давно не общались. Лет 30, 20, вот такие вот старые знакомые друзья еще молодости. И они пришли сюда в клуб. Конечно, мы встречались с ними уже впервые только на лайнерах. Это было очень здорово. Знаете кто? Это были бухгалтера. Вернее, это сейчас они и есть со мной. Это бухгалтера, бизнесмены, страховщики вот у меня есть. Очень много педагогов.